Ильф и Петров, 12 стульев. Харьков – город шумный, центр Украинской Республики. После провинции кажется, будто за границу попал. Из письма отца Федора, писанного им в Харькове на вокзале своей жене, уездный город Н. Первая столица Украины – отцу Федору, управление Южной железной дороги. Харьков, 2 июля 2014 год, 19:27 по Киеву. Герб Харькова, рог изобилия, кадуций и что-то из электронов. Алло. Да ты что, уже? Да я перед входом видео записываю. Все, я иду.